Госдума примет закон об изъятии денег у чиновников. Ну, это понятно, для чего. То есть у Кадырова точно никто деньги изымать не будет, который Песков же уже сказал, что в соответствии, у Кадырова все в соответствии с декларацией. И у Путина все в соответствии, и у самого Пескова все в соответствии с декларацией. Я думаю, вообще Песков какой-нибудь шпион, да, честное слово. Потом вот выяснится, представляете, пройдет время, выяснится, что это как раз тот человек, который мешал путинской системе, там, как-то сливал информацию и так далее. Мы захотим его разорвать, а нам скажут, да нет, это же самый главный агент, это спаситель России и прочее. Ну да, ну у нее, представляете, дочь гражданка Франции, жена одна гражданка Америки, другая гражданка Франции. Так что понятно, что ничего не понятно. Вот. И удивительно, я говорю, что они собираются вот, деньги у чиновников, да, изымать. Ну, что-то они 20 с лишним лет ни у кого ничего изымать не собирались, а сейчас вдруг взялись. Почему? Да? Казалось бы, если нормально рассуждать с точки зрения криминологии, причем простого варианта, да, просто превентивных мер, да, что такое, что легче сегодня не допустить преступления, чем завтра наказывать за преступление и бороться с его последствиями. Правильно? Правильно. Так почему же они 20 лет допускали преступления, а теперь вдруг говорят, что не будут допускать? Ну, потому что это пропагандистский маневр. Потому что все они будут допускать. Нет, каких-то отдельных, там, кому не положено, малых, они будут сирых там сажать там, и что-то с ним только не делать. Да? А всем остальным все можно. То есть, есть уровень, с которого можно все. И этот уровень определяет Путин. То есть, по спискам, буквально пофамильно. Вот этому можно, а этому нельзя. Этот вот в этом списке, а тот вот в другом, в каком-то. Мальцев, ты все врешь людям, до сих пор смотрю. А зачем ты до сих пор смотришь-то? Вот что у человека с башкой? А? Он до сих пор смотрит, бля. Вот смотрит меня с 13-го года. Мальцев с 13-го года врет, а он все смотрит, смотрит уже сколько? 8 лет, да, вот будет. Тролли, вы очень забавные. У вас что-то с башкой, мне кажется. Не смотри. А я все, говорит, смотрю. Ой, блядь, жуткие дураки.